тоже часть какой-то стратегии. Но изучая скрупулезно этот вопрос, я могу сказать, что это часть по стратегии по уничтожению российских народов как наций и российских государств. Я бы сказал так. Прямо, в самом прямом смысле слова. Потому что, ну давайте с вами обратимся к таким цифрам, допустим, по Москве. Все-таки это столица некогда огромного государства. Оно сейчас не маленькое. Ну вот по данным городской думы, Московской городской думы, в Москве сегодня насчитывается более 78 тысяч игральных автоматов. Представляете себе, что это значит? 78 тысяч. Мы по своему опыту знаем, поскольку к нам в последнее время обратились сотни и сотни людей, попавшие в эти сети. Да, по признанию многих специалистов, как специалистов из области, так сказать, ну, понятно, православных специалистов, православных психологов, так и уже специалистов, не относящихся к православию, сегодня совершенно ясно, что эта форма зависимости, которая получила свое название лудомания, не поддается никакому лечению. Известному никаких методов в современной медицине не существует. Потом, можно спросить, ну и что? Ну пусть себе человек играет, казалось бы. Но на самом деле за этим следуют те же самые социальные метаморфозы, социальные катаклизмы, которые следуют за алкоголизмом и за наркоманией. Разрушение, деградация личности, разрушение семьи, соответственно, разрушение определенного общества, определенных общественных связей, преступность, потом преступность более ярко выраженная, чем, допустим, у наркоманов, потому что здесь речь идет обязательно о деньгах, о проигрышах, о необходимости добывания денег самым разным путем. Недавно я участвовал в одной передаче «Солнечный круг», где речь шла об одном молодом человеке, который проигрался в игральных автоматах. И в итоге, когда люди, специально работающие в этих системах и отслеживающих тех, кто может стать легкой добычей, в итоге просто его продали. То есть повесили его в интернете на продажу. Этот парень дошел до такого состояния, был весь в долгах. Его немедленно купил какой-то швед. Мы сейчас сталкиваемся с невероятной феноменологией просто. Феноменологией очень быстрого захвата человеческой личности. По нашим исследованиям совершенно ясно, что 80 часов игры вот в эту вот самую примитивную, обычную игральную систему, которая сегодня заполонила улицы наших городов, достаточно, чтобы человек стал подчас фатально зависимым от игры. Исследуя этот феномен, почти в течение 2 лет мы пришли к потрясающим выводам. Существует 2 кита, что ли, науки физиологии. Это всем известная первая сигнальная система по Павлову. Помните такая? Помните, как Павлов кормил собачек? Мясо, лампочка, слюна. И вторая система – это учение известного физиолога Ухтомского о доминанте, который рассматривал доминанту как особый орган, представляющий или созданный из клеток головного мозга, которые перестроили свою работу в совершенно особенную область, ну, превалирующую, доминантную. Так вот, если взять эти 2 системы и на них построить некий механизм, некую кибернетическую систему, которая позволит, используя эти знания человека, захватывать человеческую личность, то игровые автоматы представляют собой именно эту систему. Надо правильно понимать, что за игровые автоматы стоят нейрофизиологи, психологи, кибернетики, создатели этих автоматов. Потрясающего класса. Эта система создана для буквально моментального захвата человеческой личности. Втянулся очень незаметно, под видом каких-то беззлобных картинок, небольших выигрышей. В форме игры и очень беззлобной. Абсолютно, в принципе, нет ничего такого-то. Автомат, он и есть автомат. Но в конце концов оказывается, что ты становишься безвольным рабом. Я уходил домой с проигранными, как говорится, без денег, да, часа в 2-3 ночи. И думал только о том, как вот на следующий день пойду опять играть. Кончились все подработки. Я стал плохо спать. Как только появлялись какие-то деньги, я сразу нес их туда.
То есть даже не желая, уже понимая мозгами, вот понимая мозгами, что это нехорошо, что это не моя воля. Я мог играть на морозе, я мог не чувствовать боли и зубной, и другой физической боли, а просто эта боль уходила, эту боль заменяла игра. Какая-то вот наступала агония, вот, знаете, это состояние какого-то жара вот внутреннего, что я нес сюда последние копейки. По поведению игрок очень похож на наркомана, да, на стимуляторного. И когда он не играет, он, да, физической, вот такой в прямую физической зависимости, как у героиновых наркоманов, да, вот ломки вот этой, когда там пятки за уши заворачиваются, этого нет. Но страшное состояние депрессии и опустошенности, оно есть. Оно есть, и оно ровно такое же, как у стимуляторных наркоманов на Кумаре. И это беда, пришедшая с появлением игровых автоматов, целиком, тотально захватывает психику человека и приводит к разложению ее. Человек становится психической развалиной, психохроником, и собрать личность уже не представляется практически возможностей. Настолько тяжелые психические нарушения развиваются при лудомании, что в конечных стадиях очень часто она приводит к самоубийству. С подружками зашла посмотреть, чем они занимаются, скрывая от меня. И увидела это, решила сама попробовать, что 4 года жизни просто вычеркнуто. Сама изменилась, все проиграла, от добравства отошла. Всех растеряла. Хотела бросить, не могла бросить. И решила умереть. Я потерял вообще понятие, денежные понятия, денежных знаков. Я их не ощущал как деньги. Мне нужно было просто отдавать в аппарат. И я не понимал, сколько я отдаю, какие суммы и так далее, пока у меня не кончались деньги. Это захват человеческой личности со стороны игральной системы полностью продуман. И мы сегодня создали нейрофизиологическую концепцию, полностью объясняющую вот сам механизм захвата. Выхода из этого практически нет. Человек, который вот порядка 10 часов проиграл в эту систему, он становится просто больным. Полтора назад я почувствовала, что я не могу бросить. Я ничего не могла делать. Когда мне не было денег, я нервная, раздражительная, у меня только мысли об одном. Где найти, где раздобыть, кого бы обмануть, чтобы достать эти деньги. Ну, доверие всех потерял, всех обманула, кого могла, того всех близких. Вот недавно я вышел во двор нашего центра, у нас есть одна девочка, которая уже много времени не играла. Она стала нашей прихожанкой, и вдруг я нашел совершенно изуродованное, что называется, существо каким-то моментом в жизни. Это было вечером поздно, она рыдала. Я говорю, что с тобой? Она взяла деньги, чтобы вернуть свои старые долги, около 1 000 000 рублей. Она, мы знаем ее, это стойкий, нормальный человек, да, уже больше года не игравший. Она пошла их относить в банк и не помнит, как оказалось, около автоматов, и все проиграла. Это феномен, это рефлекс. Понимаете? Это рефлекс, это феноменология, которая связана именно с рефлексами. И мы знаем не один такой случай. В один прекрасный момент я в своем безумии уже нагнулся над бомжом, который лежал грязный, весь оборванный, и я уже не понимал, что это бомж, и что от него пахнет там неприятно, или что мне это было все равно. Я хотел его обыскать. Но потом на миг какой-то мне Господь дал здравомыслие, я очнулся на одну секунду и осознал, что я делаю, что я сумасшедший просто-напросто. Мне Бог дал понять, что я уже дохожу до сумасшествия. Представьте себе, что несколько игроков играют
в игральный автомат и бросаю в него, скажем, по 100 рублей. Игральный автомат откладываю себе по 20 рублей, а за остальные 160 борются как бы их прежние владельцы. Но идут споры, может быть, это мало, вот 80% отдать обратно игроку. В Лас-Вегасе возврат денег обратно достигает 98%. Только 2% составляют сверхприбыли, потому что игорный бизнес – самый доходный бизнес в мире. Смотрите, плюс налоги на игорный бизнес – самые высокие налоги в мире. Значит, 2% всего лишь остается, плюс 90% до 90% налогов, и вот эта вот, казалось бы, мизерная сумма составляет заранее заведомо рассчитанную прибыль самого прибыльного дела в мире. Почему? Ну, логично ответить, почему, да? Именно потому, что система заранее рассчитана на формирование патологического игрока, который никогда не уйдет. Каждый день проживая, я могу только сказать за сегодняшний день, что я сегодня не пил и не играл. А о завтрашнем дне я ничего не могу не сказать. Я живу настоящим и прошлым. Это стратегическое оружие, самое настоящее. И вы знаете, если какое-то время вот к нам начали приходить молодые люди, ну, страстные, увлекающиеся, то сейчас идут русские люди, пожилые, прожившие жизнь. Смотреть на это просто больно. Это невозможно объяснить, какой ужас происходит, когда приходит какая-нибудь бабуленька, которая торговала огурцами на базаре и попалась в эту игральную систему, за ней идет муж, ругающийся матом, потому что не может понять, что с ней стало, а она все проиграла и не может выйти. Это настоящий кошмар, это настоящий апокалипсис. Это кошмар. Уйти от этого кошмара можно только силовыми, я имею в виду, законодательными методами. Вы знаете, что мы имеем пример. Мы знаем сейчас о каких-то позитивных решениях в Молдавии. Мы имеем пример Чечни, когда просто автоматы взяли и выкинули. Мы имеем пример Нижнего Новгорода, когда в одну ночь, так сказать, почти все салоны были закрыты. Мы имеем пример сегодня каких-то решений Московской городской думы, все-таки пришедших к выводу о необходимости упразднения 90% игральных салонов, потому что это катастрофа, самая настоящая. Общественность, которая еще не утратила здравого смысла, может быть той самой силой, которая может оказать влияние на эту ситуацию. И речь идет о здоровье нации. Каждый человек, каждый гражданин своего государства вправе обращаться с заявлениями в правительство. Если вот даже вчера здесь было около 200 людей, если каждый из них проявит свою гражданскую активность, я думаю, что вслед за этим последуют все-таки какие-то реакции. Если такая сила, как общественный комитет, родительский комитет, проявит свою, так сказать, гражданскую позицию, я думаю, что это будет составляющая той основы, на базе которой все-таки здравый ум и правительственный, я думаю, что такие все-таки есть, смогут выработать какую-то, так сказать, позицию, концепцию или какую-то законодательную базу. Я не думаю, что существует правительство, которое заинтересовано в утрате своего народа. В прямом смысле слова. Речь идет именно об этом.